Омагена тимирандася, генанжана шалакая, чакшарун милитам гина, тасмай ши гураве намаха. Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Бималавадут Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Нирмала Чари Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Бхакти Раджанамат Кусудун Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Парамахамса Паривраджи Качари Авария Штатра Шташи Шимат Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Парамахамса Паривраджи Качари Авария Штатра Шташи Шимат Бхакти Ракшак Штардев Госвами Махарадж Ки Джай. Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур Прабхупад Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Сачитананда Бхактинот Такур Ки Джай. Джавам Вишнупад Шрила Джиганатха Дас Бабаджи Махарадж Ки Джай. Шриру Пану Гуру Варга Ки Джай. Намачарья Шрила Харидас Такур Ки Джай. Нанд Койти Вайшнава Ринда Ки Джай. Шичтани Срасват Мархачарья Уринда Ки Джай. Джай Шипат Виджараман Прабу Ки Джай. Джай Вишнупад Вишваринем Шива Чай Бахтидан Сваим Прабхупад Ки Джай. Шигуру Парампара Ки Джай. Джай Сапарикара Ши Шигуру Гуранга Ганхарва Гиридхариджи Ки Джай. Джай Ши Гирираж Гвардхан Ки Джай. Джай Ши Нарисим Хадев Прахват Махарадж Ки Джай. Джай Ши Мати Тууси Махарани Уринда Деви Ки Джай. Бахты Уринда Ки Джай. Итайгур, Примананды, Харигу. Хари Кришна, дорогие преданные, доброго дня. Рады всех видеть на нашем дневном чтении Шри Рамаяны. Очень замечательно, что у нас есть возможность хоть как-то общаться. Конечно, общение по этим девайсам всем, это, конечно, оно очень такое ущербное. Сегодня просто пришли преданные, как-то мы так собрались. Местные приехали, преданные пообщались. Это, конечно, совсем другое общение, потому что когда общаешься непосредственно, лично, это все по-другому, как бы. Вот. Ну, так или иначе, мы должны понять, что время такое, что, с одной стороны, может быть, не очень удобно, но, с другой стороны, лучше что-то, чем ничего, как говорил наш Гурудев. Поэтому мы будем продолжать общаться так, как получается. А когда будет возможность, или вы к нам приедете, или мы к вам приедем, вот, и будем общаться вживую. Так, а мы продолжаем читать Шри Рамаяну. Ом намо Бхагавате Уттамашлокая, нама Арья Лакшана Шива Враттая. Нама упаши кшитатмана упасита локая, намаха садхувада никашаная, намо брамане девая, маха пурушая, маха раджая, намо ити. Так, мы закончили читать на том, что Рама, Сита и Лакшмана, они переправляются через Гангу и оставляют Сумантру на другом берегу реки. Рама беседует с Лакшманой. Рама лучше среди тех, кто дарует утешение, уселся под деревом и, исполнив вечерний ритуал, обратился к Лакшмане. Первый раз в жизни ночь застигла нас за пределами наших земель. Это первая ночь, которую мы проведем без нашего верного друга Сумантры. Но не будем сокрушаться об этом. Отныне мы должны бдительно охранять покой и безопасность Ситы, ведь она доверилась нам, у Лакшмана. Однако надо как-то устраиваться на ночлег. Давай сегодня расположимся на земле, застелив ложа из травы и листьев. Растянувшись на земле, Рама, привыкший спать на мягком ложе, заметил: «О, Лакшман, я думаю, наш император вряд ли сомкнет глаза в эту ночь, но Кайкеи, чье сокровенное желание наконец исполнилось, наверное, чувствует себя превосходно». Это мы вспоминаем, у нас раньше были походы, ну не походы, такие выездные. Мы выезжали с палатками,
с кастрюлями на природу, и там жили, там иногда по неделе, иногда по месяцу, иногда по два месяца, в разных местах, там под Геленджиком жили, под Москвой жили, под Питером, ну, в разных местах, в общем, там где-то в Крыму. Вот, и такое, сначала, когда приезжаешь первый раз, ну, первый день, так, непривычно после, ну, комфортных условий, там нужно спать. Я помню, мы приехали под Геленджик, и был июнь, но еще было холодно в горах. Вот, и мы там начали, начало июня было как раз, вот только-только прогревалось все. И я помню, так сначала неуютно было, непривычно, омовение в речке. Вот. Но постепенно там живешь день, другой, третий, неделю, и привыкаешь, уже и не хочется ни в город, никуда, так хорошо на природе живешь. Там мы службу проводили, пели просад, готовили, раздавали людям. Очень так, такие воспоминания очень хорошие. Я опасаюсь, как бы по прибытию Бараты, царица Кайкея, рвущаяся к власти, не покусилась на самую жизнь царя. Конечно, он не отрекся от намерения возвести меня на престол, но что может сделать беспомощный старик, целиком пребывающий во власти Кайкея, когда меня нет рядом? Размышляя о несчастливой судьбе отца и нашедшем на него помрачении, я все более убеждаюсь в том, что тяга к удовольствиям в человеке гораздо сильнее, чем стремление к материальному процветанию и благочестию. Удивительно, что это лила Господа, и Господь говорит о своем отце, так, о вечном его своем спутнике. Я все более убеждаюсь в том, что тяга к удовольствиям в человеке гораздо сильнее, чем стремление к материальному процветанию и благочестию. О Лакшмана, кто отрекается от сына ради женщины? О Лакшмана, кто отрекается от сына ради женщины, как это сделал мой отец? Пусть же Барата, сын Кайкеи, и его прелестная супруга будут счастливы. Пусть он станет единственным повелителем благословенной Кашалы. Он будет безраздельно править страной, потому что отец наш уже стар, а я изгнан в лес. Это обида. А? Обида. Ну вот интересно, да, что все равно как бы это. То есть это вот то, все, что людям присуще на самом деле, но это все идет от Господа. Он ищет удовлетворение чувств, пренебрегая благополучием и благочестием, и потому очень скоро разделит участь Дашарадхи. Брат мой, мне кажется, Кайкея пришла в наш дом лишь за тем, чтобы погубить Дашарадху, изгнать меня и короновать Барату. Я опасаюсь, что опьяненный успехом Кайкея даже теперь не прекратит преследовать Каушалью и Сумитру, изливая на них свою ненависть к нам. Увы, твоя мать, царица Сумитра, пожнет горькие плоды своей любви к нам. О, Лакшмана, ты не можешь допустить этого. Тебе завтра же следует быть в Айодхе. Я вместе с Сита должен отправиться в лес Дандака, а тебе надлежит оберегать Каушалю, ибо после смерти мужа у нее не останется иного защитника. О, добродетельный царевич, помни, злонравная Кайкея способна совершить любое преступление. Бестрепетной рукой она подмешает яд в чаше наших матерей. Мой другой Саумитри, нет сомнений в том, что в прежней жизни Каушалья отняла сына у матери и теперь пожинает плоды своего злодеяния. Долгие годы она растила и воспитывала меня, и теперь, когда пришло время отдавать ей мой сыновий долг, я лишен возможности сделать это. О горе мне, о Саумитре, пусть ни одна женщина не родит сына, который, подобно мне, принесет ей такое горе. Говорящий скворец в покоях матери, и тот приносит ей больше пользы, чем я. Ведь он может хотя бы предупредить о приближении врага.
Зачем ей, не имеющей других детей, сын, который не способен ничего сделать для нее, о победитель врагов? Спорец предупреждает о появлении врага. Лишившись меня, моя мать воистину погрузилась в пучину горя. Обуреваемый гневом, я готов осыпать стрелами не только Айодхи, но и весь мир, о Лакшмана. Но не в этом состоит истинная доблесть. Я боюсь согрешить и тем закрыть себе путь на небеса, о безупречный воин, и потому не желаю брать трон силой. Долго сокрушался Рама, сидя под тем уединенным деревом и обливаясь слезами горя. Когда он замолчал, словно угасший костер или море в безветренную погоду, Лакшмана попытался его утешить. «О, Рама, ты самый доблестный среди воинов! С твоим уходом город Айодхи утратил свое великолепие и теперь напоминает небо без луны. Однако тебе не подобает проливать слезы. Ты повергаешь меня и Ситу в печаль, о Тур, среди людей. Без тебя, Уракхава, мы с Ситой не проживем мгновение, словно рыбы на берегу. О, победитель врагов, вдали от тебя я не желаю видеть ни отца, ни Шатругну, ни Сумитру, ни даже небеса». Лакшмана заботливо приготовил для Рамы и Ситы постель у подножия дерева Ниягродха. И добродетельный герой лег отдохнуть вместе со своей женой. Выслушав утешительные слова Лакшмана об их пребывании в лесу, Рагава, победитель своих врагов, согласился провести предписанные ему 14 лет вместе с братом. С тех пор двое блистательных отпрысков Рагу жили в бескрайнем диком лесу, испытывая не больше страха и печали, чем пара львов, обитающих на горной вершине. Хижина Барадважи. Безмятежно проведя ночь под огромным деревом, с восходом солнца изгнанники углубились в дремучий лес, дабы прийти туда, где ему насливается с Гангой. Восхищенные красотой дикой природы, они шли избранным путем, постоянно борясь с соблазном навеки поселиться в этих местах, где не ступала нога человека. Постоянно борясь с соблазном навеки поселиться. Как интересно, да? То есть, в зависимости от времени суток, разное восприятие реальности. В этих местах, где не ступала нога человека. На закате дня Рама обратился к Саумитре, наслаждающемуся ароматом цветущих деревьев. Взгляни, недалеко от Праяга поднимается столб дыма, знак великого бога огня. Наверняка неподалеку живет отшельник. Мы пришли к месту слияния Ямуны и Ганги. Слышишь плеск волн? Смотри, вот лежат поленья, заготовленные лесными жителями. Вот недавно поваленные деревья разных видов с обрубленными ветвями. Все это говорит о близости человеческого жилья. Двое великих лучников быстро двинулись вперед и в лучах заката увидели хижину по обеим сторонам, которой струились воды Ганги и Ямуны. Рама приблизился к Ашему, спугнув лани и птиц. Желая увидеть мудреца, царевича, сопровождение Ситы остановились подле хижины, ожидая разрешения войти. Вскоре к ним вышел ученик и передал приглашение великодушного риши. Тут они увидели великого мудреца, которому благодаря его аскетизму было ниспослано высшее знание. Он сидел в окружении учеников, погруженный в глубокую медитацию, возливая масло в жертвенный огонь. Благородный Рама, сопровождаемый Ситой и Лакшманой со сложенными ладонями, почтительно приветствовал отшельника и представился. «О благословенный, перед тобою сыновья Дашарадхи, Рама и Лакшмана, а также моя супруга добродетельная Вайдехи, безупречная дочь Джанаки, которая последовала за мной в безлюдный лес. Меня изгнали из родной страны, а Саумитри, мой любимый младший брат, которого ты видишь, из преданности решил сопровождать меня. По воле отца у святого отшельника мы удалились в пустынный лес, дабы предаваться аскезам, питаясь лишь кореньями и плодами». Выслушав добродетельного царевича, великодушный мудрец предложил почетным гостям чашку воды. Мадхупарка, церемония угощения гостей, включает в себя арху, предложение напитка, иногда просто воды, подаваемого в дроне, деревянной чашей определенного объема.
В данном случае, как следует стиха, Бхарадваджа предложил путникам именно воду. Святой аскет подал им различные блюда из лесных плодов и кореньев, а также приготовил скромную постель. Сидя в окружении зверей, птиц и других отшельников, Риши Бхарадваджа приветствовал Раму и обратился к нему со словами, исполненными истиной. «Я давно ожидал твоего появления, о Какусха. Слышал я и о твоем несправедливом изгнании. Это уединенное место близ слияния двух великих рек, исполнено чистоты и святости. Оставайся здесь и будь счастлив». Рагва, преданный всеобщему благу, отвечал: «О благословенный, страна моя лежит недалеко отсюда. Я думаю, мои подданные, узнав о том, что мы так близко, будут посещать меня и Вайдехи. Поэтому я не могу остаться здесь. О благословенный, поведай, где найти мне уединенное пристанище, которое было бы приятно Вайдехи, дочери Джанаки, достойной счастья». Бхарадваджа великий Муни отвечал с пониманием: «Сын мой, в 7,5 йоджинах отсюда есть священная гора, населенная великими риши. На этой горе ты мог бы найти себе прибежище. Она наводнена черными обезьянами, с длинными, как у коров, хвостами. Это излюбленное место». Это вот эти хануманы, которые на воды как раз. Черные, с длинными хвостами. Это излюбленное место больших обезьян и медведей. Гора эта зовется Читракута и красотой своей напоминает Ганхамадану. Тот, кому хоть раз довелось взглянуть на вершины Читракуты, проникается благочестием и навсегда отрекается от греха. Многие аскеты провели там сотню лет и силой и пятими вознеслись на небеса, не покидая своих тел. «О, Рама, я думаю, это подходящее для тебя место, но побудь со мной еще немного». Так сказал Бхарадваджа в великой радости, исполнив желание Рамы, своего возлюбленного гостя, а также его брата и супруги. Пока Рама беседовал с великим Риши на различные темы, на землю опустилась ночь. Какусха вместе с Лакшманой и Ситой, привыкшие к роскоши и очень утомленные, счастливо провели ночь в восхитительной хижине Бхарадваджи. На утро Рама, тигр среди людей, обратился к мудрецу: «О благословенный, преданный истине, мы провели с тобой в твоей хижине ночь. Теперь позволь нам отправиться в указанную тобой обитель». Бхарадваджа отвечал: «О Рама, иди к Читракуте, изобилующей медом, кореньями и плодами. Тебе понравится там, о бесстрашный воин, где в живописных рощах обитают кинары и наги, где раздаются крики павлинов, где слышна тяжкая поступ величественных слонов. Когда ты станешь бродить вместе с Ситой меж рек, водопадов, холмов и ущелий, скал, утесов и стремительно горных потоков, сердце твое преисполнится восторга. Отправляйся же в эти благословенные места, где воздух напоен пением чибисов и кукушек, где земля дрожит от топота оленьих стад и могучих слонов, опьяненных любовью, и живи там вместе со своими спутниками». Джай Шри Рамаяна Ки Джай. Вот такие удивительные повествования Харе Кришны. Сразу вдохновляет пойти куда-нибудь в лес жить. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Хари Харая Нама Кришна Ядавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Ядавая Мадхавая Кешавая Намаха. Гопала Говинда Рам Шримад Судана. Гопала Говинда Рам Шримад Судана. Дарит Гопинатама Даданамана.
Саприкарашиши Гуру Гуранга Ганхарва Гиридхари Джуки Джай Джай Ши Гири Рашгавар Ханки Джай Джай Он Шупат Парамахам Сапариврадзи Качаря Варя Штутра Шташи Шимат Бахти Сундар Говинда Дага Свая Махараш Ки Джай Джай Он Шупат Парамахам Сапариврадзи Качаря Варя Штутра Шташи Шимат Бахти Ракшак Штар Дага Свая Махараш Ки Джай Благован Шива Бахти Сидан Сарасвати Такур Фики Джай Джай Ом Вишнупад Шива Гаур Кишор Дас Бабаджи Махараш Ки Джай Джай Ом Вишнупад Шива Сад Читананда Бахтинот Такур Ки Джай Джай Ом Вишнупад Шива Джаганатха Дас Бабаджи Махараш Ки Джай
Ширупану Гуру Варга ки джай, Намачарья Шила Харидас Такур ки джай, Нанткоти Вайшнава Ринда ки джай, Шибадая Видьякушина ки джай, Шила Вишванатха Чикравати Такур ки джай, Шинаротам Шиманама Шинивасу Чарья Прабу ки джай, Шила Вриндаван Дас Такур ки джай, Шила Кришнадас Кавираджа ки джай, Садга с вами Вриндавана ки джай, Сапаршада Шинитянда Прабу ки джай, Сапаршада Шиман Маха Прабу ки джай, Джай Ши Ши Рада Кришна Гопи Гопинат, Шьяма Кунга Рада Кунга Гири Вархана Ки Джай, Шудха Бхакти Вигнавина Шешин Рисим Хадев Ки Джай, Бхакта Прабара Прохлада Махарадж Ки Джай, Туласи Махарани Ки Джай, Ганга Имунаджи Ки Джай, Грантарад Шимад Бхагаватам Читания Чаритамрита Ки Джай, Вишвайшнава Раджа Савха Ки Джай, Ши Читания Сарасват Матх Ки Джай, Шидам Майпур Ки Джай, Шидам Набадвит Ки Джай, Бриндаван Пурушотан Дхам Ки Джай, Бхадева Субхадра Джаганатхаджа Ки Джай, Самавитта Вайшнава Мандала Ки Джай, Самавитта Бхакта Варинда Ки Джай, Хринам Санкиртана Ки Джай, Джавам Вишнупад Шива Бхакти Бимала Вадут Махарадж Ки Джай, Джавам Вишнупад Шива Бхакти Субхир Гасвая Махарадж Ки Джай, Джавам Вишнупад Шива Бхакти Нирмала Чарья Махарадж Ки Джай, Джавам Вишнупад Шива Бхакти Раджан Матхусуда Махарадж Ки Джай, Джай, Ши Читания Сарасват Матхачарья Вринда Ки Джай, Джай, Ши Патри Джараман Прабу Ки Джай, Джай, Шива Бхакти Амрит Махарадж Махарадж Ки Джай, Бхакти Амрит Махавир Махарадж Ки Джай, Джай, Шипат Бхакти Ашрай Данди Махарадж Ки Джай, Шимати Бхакти Валита Деви Ки Джай, Джавам Вишнупад Вишварением Шива Че Бхакти Дан Свайн Прабхупад Ки Джай, Вся слава всем преданным Ки Джай, Джай, день явления Вакрешвара Пандита Ки Джай, Гитай Гор, Примананде, Харибо. Не закрывайте, мне хотел фотографию просто сделать. Джай, Сварикара Шиши Гурам, Гаган Харва Гирит Хариджи Ки Джай, Джай, Ши Гирираль Гвардхан Ки Джай, Джай, Ши Мисин Худев, Прохват Махарадж Ки Джай, Джай, Ши Мати Тулуси Махарани Гридудеви Ки Джай. Харе Кришна, дорогие преданные, всего доброго дня, до вечера, если все будет нормально, вечером встретимся, всем наши дандавары, всем поклоны, удачного духовного дня, Харе Кришна. Сейчас, подожди.